киллера. Он ему не помешает сейчас. Досрочная победа была бы на руку кубинцу, чтобы не было ни у кого никаких вопросов. Переса там тоже серьезная травма под правым глазом, гематома. Но пропускал он, будь здоров. Да, похоже, не осталось особо сил у Майкла Переса, чтобы развить свою атаку и, что называется, добить соперника. Рефери тут даже немножко помогает, на мой взгляд, дагестанцу. Последние секунды. Кто будет вырывать концовку? Оба не решаются на атаку, но решился все-таки Абдусаламов и попал. Хорошая двойка от него.